Недавно в Харбине состоялась Харбинская неделя культуры и творчества 2023 года. Международный конкурс культурного и креативного дизайна историко-культурного района Китайского порога. Конкурс использует микрореконструкцию и микровмешательство для создания вывесок культурных и творческих товаров и культурных представлений. Недавно в Харбине состоялась Харбинская неделя культуры и творчества 2023 года. Международные конкурсы культурного и креативного дизайна историко-культурного района Китайского порога. Я увидела различные темы архитектуры, которые отличают районы Китайского порога от многих других частей Китая. В дальнейшем мы будем разрабатывать единую внешнюю символику и развивать ее как культурное творчество. Для того, чтобы создать индустрию культурного и творческого дизайна, мы собирали студентов в Китайское порога из десятков университетов по всей стране. Они смогли глубоко познать историю и культуру района Даовай и справить воедино свою страсть и изобретательность. Соревнования включают в себя несколько сессий, таких как онлайн-салон «Академик», Харбинский саммит креативного дизайна и другие подобные, продлится 6 месяцев. Работы, признанные победителями, будут награждены премиями и получат политическую поддержку для внедрения. В этом году в Харбине будет создан Центр креативного дизайна Китайского порога, который будет вдохновлять жителей района.